середине XIX века на месте нынешнего кинотеатра «Беларусь» была построена большая синагога, к слову, первое культовое здание на территории нового города Брест-Литовск. Сегодня в память о ее нахождении на здании кинотеатра появилась мемориальная доска. Мы шли к этому действу не один день и даже не один месяц. В итоге мы получили главное. Мы хоть немножечко, но восстановили историческую память нашего города, истории нашего города. Сейчас мы очень много говорим о тысячелетии, но каждый город претендует на то, что его история самая уникальная, самая яркая. Но я думаю, что история нашего города, тысячелетняя история нашего города, она наполнена таким количеством событий, зачастую противоречивых, зачастую забытых, что наш долг сегодняшних брестчан тысячелетия хоть по крупицам восстанавливать эту историю. И сегодня наше событие из числа вот этих наших обязанностей. Синагога занимала центральное место не только в религиозной, но и в культурной и в образовательной жизни. Время и война внесли свои коррективы в функционирование культового объекта, но память о нем потомки сохранили и увековечили. И это имеет очень большое значение. Значение и признание того, что еврейская община города Бреста внесла и будет вносить дальнейший вклад в развитие города, в развитие культуры, в развитие истории нашего города. Открытие мемориальной доски – важное событие для Бреста, однако сохранение истории – только часть, хоть и очень значимое развитие города. Представители иудейского сообщества областного центра надеются на строительство синагоги в городе над Бугом в ближайшем будущем. Я очень надеюсь, что вот эта память, которую сегодня мы восстанавливаем, это не останется только вот на память, потому что память – это очень важно. Но мы должны помнить, что вот есть живую жизнь, которую вот мы живем на сегодняшний день. И вот это, я надеюсь, что это только начало. И вот наша жизнь еврейская в городе Брест, которая уже больше, чем 700 лет, будет продолжать с помощью, я очень надеюсь, с помощью государства и помощью вот наших людей. И вот что мы могли уже вот находиться вот на настоящей тоже синагоге. Еще раз хочу вам сказать всем спасибо, что вы пришли, и спасибо нашей власти, которая поддерживает нас. Спасибо. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.